А что, у вас разовых нет перчаток? Самое главное, чтобы не ожил. Видишь? На двух лапках. Да нет, это не скелет. Это скелет, дурочка, что ли, совсем? Видно же хребет, это, хвост. Нет, это, смотри, это вообще какой-то этот... Кто? Сейчас скажу. Листик, блин. Сама ты дурочка. Лист. А вот это что такое? Это не листик, это высохшая шкурка. Вот это, смотри, это позвоночник. Вот идет хвост. Лапа какого размера? Наверное, 40-го. Пальчики, видишь? Кстати, это сегодня Кристинка нашла, знаете где? В почтовом ящике. Даже посмотри, я чуть не офигела, когда увидела. Это, даже посмотри, ногти. Здесь... Когти. Фу, какой кошмар. Вот, видишь, коленочки, какие-то суставчики, как сгибаются лапы. А реально похож на какой-то листик. Я теперь подумала, листик, какие-то палочки присохли. Нет, что это такое, вообще непонятно. Только единственное, не могу понять, это скелет кого? Знаешь, похож на динозавров. Таких маленьких, я думаю, не бывает. А может, нет. Он может просто усох до такого размера. А ты вот разверни его, плащ этот сверху убери. Посмотрим. Я не хочу, нет. Нет, ну вот с этой стороны переверни. Да положи ты сюда, нам не видно там. Крис, положи, блин, его. Вот так положи. И разверни. Не буду я открывать, я боюсь. Ну ты же все равно в перчатках. Как-то же ты его донесла? Он жесткий очень сильный. Я не Одень хочу... вторую перчатку. Я не хочу ломать. А просто внутренность. Че хочешь, я разобрала его? Ты что, живодерка, что ли, над сопшими? Так это... Так, как сказать? Я не знаю. Это кощунство называется, понимаешь? Нельзя так. Ну иди похорони тогда его. Интересно, головы нету. Странно, да? Голов... Нет, хорошо, что голова тебе должна была вот здесь. Череп себе ставили, да, вот это хвост, вот это голова, я так думаю. Ну да, если вот лапы смотрят в эту сторону. Посмотри даже вот здесь, как сделано. Здесь вот, видимо, вот эта вот икра, вот эта мышца была. Смотри, как сделано. Смотрите, реально. И здесь так же. Угу. Да, странно. А это что такое за дырка, скажи? Может, это дельфин? Нет, его здесь дырочка. Не знаю, это может быть это чего-то такое, не знаю. Кто знает, напишите. Кто там может быть. Но это не мышь точно, это не крыса какая-то. Подожди, а с чего ты взяла, что это не мышь? Кстати. Это не мышь. У мыши не может быть вот такой длинной шеи. Откуда, я тебе умоляю? Нет, это не мышь. Это знаешь, может быть, кто? Блин, это может какой-то грызун. Но на ежика тоже не похож. Лапки. Тут интересно, говорю, две лапы. Не четыре, а две. Кто на да, двух? Еще и вопросы. Что за псих, блин? Это сделал. Отзовись. И на двух, да, кстати, на двух лапах. Да, не четыре, мыши а четыре. А еще нам же такой витрина. А я, знаешь, как-то жутко так, Кристинка, нам с тобой здесь одним. Каких-то скелетов подкидывает. Что за хуйня? Мы уже не одни. Нас уже трое. Блин, люди, не издевайтесь, серьезно, нам страшно, поймите нас немного. Рушан приедет, потом подкидывайте да, всякие скелеты. Да, видимо, после видео поняли, да, что мы вдвоем остались. Ты решил прикольнуться из местных. Угу. Да, кто знает, напишите, очень интересно, кто это. Что... Я говорю, сняла бы плащ, посмотрели бы, что у него там. Потому... Ты же все равно в перчатках. Что у него там? У него косточки там, я просто... Может, боюсь. По костям кто-то и определит, кто да это. Да нифига, по лапам, давай мне я вот кажется. Так буду лапку держать. Да какую лапку? Ты сейчас ее поломаешь. Сейчас... Подожди, все, я вот отогну. Не надо лапу сломаешь, ты говори. Вот, смотри. Ну-ка покажи. Еще там не видно скелет. Ничего. Скелет. Господи. Интересно, да? Кто же это? Конь в пальто, кто? Не знаю, в пальто. Ну ладно, ты куда его будешь ложить? Оставим, так. Декорация. Хорошо, он приедет. Скажи, что у вас здесь творилось? Может, тебе это в комнату куда-нибудь повесим его? Давай на тумбочку поставим, будет такая декорация. Ну а чё это? Не, давай реально. Такие стоят в музее. Может, больших денег стоит. Может, отвезем, сдадим нафиг.